Кацан, роскошный мордор. Вот такой вкусный стол. А тут еще один стол. А куда же привозим? Стол один, стул. Можно еще один? Конечно, конечно. Сейчас канакис принесет. Блюдо делают по выходным, кукареца. Это печеночка, сердце, наверное, да, тут все. Ливер, тос и мистос, фаршированные цветочки кабачков цукини и фаршированный рисом со специями. Агинарес. Сердечки агинарес, сердцевинка. Манули, я лапчу понда. А куда твой стакан дел? Вчера еще у меня. Вот так. Рес, псарики, гинека, пернуми токери. Рыбу, птицю, молодицю берут руками. Кейси, строй. Перемен. Эхо хронометри аврю. Аде. Лекори аврю, де пай. Лекори аврю, ли. Аврю, де пай, лекори. На Пасху деревни приглашают всех. Только вышли с гостей, приглашают соседний дом. Пытаемся подняться в горы, но думаю, что далеко не дойдем. Элла! Маша, пускай! Я за то не палары. Элла, мой френд! Канаки! Вот как живут в сельской местности критская деревня. Весна. Природа хорошая, поют птички. А сейчас мы пытаемся дойти вон до того леса. Это частный лес. Шухер, хозяин, идем. Идет. Рвем когти. Девчонки, не вижу, как вы рвете когти. Что-то... А куда рвать-то? Налево или направо? Поднимаемся все выше. Идем к винограднику. Только что пробовал вино. Вино мне понравилось. Сейчас нам канакис покажет свой виноград. У каждого местного критянина обязательно есть свой виноград. Когда туристы приезжают на Крит, говорит: послушай, одни оливки, а где же виноград? Я говорю: не переживайте, виноград у каждого критянина есть. Правда? Есть. И каждый критянин гордится своим виноградом.
Здесь какой сорт винограда? Ну, лятыку, как это, ну, сказать. Лятыку я знаю, местный сорт. Ну да, местный, вот. Вообще виноград требует большого ухода? Ну, требует большого, то есть и подрезание, которое надо делать, подрезание. Сейчас я, господи, идет из армии, за все возьмется и будет делать как надо. Вам вот этот виноград надо поливать или хватает воды? Ну, сейчас, когда вырос, его не надо, а когда он молодой-молодой, его надо поливать. Понятно. Чтобы корни стали крепкими. А виноград собираете в середине августа? Под конец августа. В конце ближе? Конец августа, начало сентября. Тоже, как понимаю, не каждый год урожайный, да? Ну, да. Смотря и как ты, сколько ты ухаживал за виноградом. А, от этого зависит, да? Да, то есть, если ты совсем не ухаживаешь, может, мало литров, да, нуля. Если ты за ним хорошо ухаживаешь, то, что нужно... Хоть 4 раза в год лекарство, одно, другое, третье. Лекарство для... все равно хочет виноград. Да, нужно. То есть для корней это как его? Липазма. Как витамин. Удобрение тоже нужно ему. От разных паразитов надо поливать его иногда. Ты знаешь, сколько у вас здесь деревьев? Лоз. Это каждый. Рядов 19 и каждый по 15 штук. Ну, да, 19 на 15. Ну, красота. Когда, наверное, виноград спел, и очень красиво здесь. Очень красиво, но есть много ос иногда. А-а-а. Так что желательно, чтобы люди одевали перчатки, если что. Ясно. А они прямо осы вьют вот эти вот гнезда свои? Не, они не вьют, но они залезают в виноград, да. И выпивают сок оттуда, потом приходят второй ягоде. Ну понятно. И надо, то есть если ты возьмешь вот так голой рукой, можно случайно поймать. Канакис, ты можешь разрешить туристам здесь ночью в винограде переночевать? Ну, я без проблем. Шалаш поставим. Без шалаша, прямо ты ложишься, на небо смотришь, ну, что, со звездами. А представь, горы, звезды. Горы. Глянь, вот какой серпантин, ты посмотри, ты видел? Да. Вон, сзади. Так что вот уже идея. Можно и да, это здорово было. Чуть выше, можно 2-3 плато, которые, скажем, место такое... Ни колючек, нет ничего. Вот это место можно. Рассматривается как... Приезжать сюда на кампинг. На ночные бдения. Нет, нет. Столовый тур. Столовый тур — это на дегустацию еды с приготовлением в деревне. Дегустация вина. С дегустацией вина. Домашнего, настоящего. Такой легкий пирог с курицей без теста, без фило. Сфугата – это греческий омлет. До того, как на плите появилась картошка, в очень большое количество две скушали яйца. Благо у всех деревняков и свои собственные курочки. И вот приготовление сфугата – это по-критский омлет. Здесь очень много разных способов приготовления сфугата, омлета этого. И с травами, и с сырами, с разными. И вот ночью готовят такой интересный омлет – критский омлет. Сфугато, критская сфугата. А овти салата, такой очень легкий салат, который можно использовать и как еду. А овти, значит, приготовленные в духовке картошка. А фаршированные овощи, известные очень блюда и места, куда, наверное, летом не придется, всюду. Перед вами будет эта красота. Может быть, кому-то покажется, что это очень сложно, но на самом деле это готовится очень быстро. И все это туристы сами смогут сделать? Естественно. Представляете, приезжаете на Крит, ничего не умеете, возвращаетесь. Мы стираем. Ресторан Крит кухни. Открываете ресторан Критской кухни. Туристы кушают пока холодное. Ну, известная такая закуска, которую можно использовать и в качестве полезного критского или вообще средиземноморского завтрака под названием кукувая. Да. О, шикарная вещь. Сава. Могу научить очень легко и просто пирожки. Критские пирожки знаменитые, мизитропитес, творог и критское пило, критское тесто. Для любителей сладкого могу научить делать критскую халву.
которые готовят целиком и просто. Ничего себе. Сыр с саганаки. Секс с саганаки? Сыр с саганаки. Мне больше понравилось. Да. Начнем с сыра с саганаки. Начнем с сыра с саганаки. Сейчас куда кривая выведет? Сейчас главное блюдо. Самое блюдо, главное блюдо. Это будет блюдо дня. Саганаки. Томатные цветки, как можно использовать. Да, да, да. Татьяна, ну это уже список уже слишком большой. Тут, это на одну группу, это на все. А, на выбор меню даже? На выбор, что захотите. А, ясно. Вот. Могу даже научить готовить знаменитую лагану. Это хлеб, который мы едим, когда? В чистый понедельник. С этого хлеба начинаем пост. Готовится она быстро и очень вкусный хлеб получается. Татьяна, он настоялся. Ну, можем поговорить принципиально, выберите, что понравится из этого списка, что легко готовится. В принципе, я постаралась именно то, что вот можно приготовить тут же и сесть потом за стол. Отлично, замечательно. Участвуем. Кто за? И с ночевкой, да. Ну, обязательно работа, конечно, да? Канакис, ну, работы в деревне много? Много. Кто не работает, тот не ест. Правильно. А, вот правильно. Поработают, а потом и рано с утра в монастыре помолиться. Ну, кто ходит, может пойти, почему бы и нет. А где здесь монастырь, далеко? Ну, в Мирьяке было, вы были в этой деревне. А кого там монастырь? Панагии. Панагии, да. Огородица. Пожалуйста, уже еще одна подработка пастухом. У Тургенева, да, у Тургенева. Тогда где-то там это, как там называется? Подземелье. Нет, какой-то луг, подожди. Так, где же луг? На, Машке поднесешь. Канакис, а сколько у вас оливковых деревьев? Ну, оливковых у нас сейчас мало, их около 50, но... 50. И... их надо много работать с ними. В основном коронейка? Да, если не ошибаюсь, да. Манонос ищет какое-то оливковое дерево, но он ищет и лес, ну то есть плоды. Вот у него надо спросить. Он говорит, его уже давно вывели, то есть, ну, как объяснить? Хондрой лес, старый вид. Ну да, он нет, он еще как-то хондроэлес и еще как-то он тромбос называет. Ой, не помню. Это я уже специалист по элесу. Сейчас у меня как раз-таки доклад готовится. Дайте доклад. Доклад. Это самое, сорта от способа приготовления, ты их это самое, сортируй. А тут у нас, вот у нас еще специалисты объявились по сортам приготовления. А на Крите какие сорта? Коронейка, Цуната и Хондрой лес, правильно? Ну, да. Вот и все. Нет, Цуната еще это не сорт. Нет, это Цуната не сорт. Это сорт. Сорт? Да. Но те, которые бьются, вы имеете? Нет. Те, которые осыпаются. Сорт. Нет, те, которые самые хорошие. Они крупные и... Ну, что там самого хорошего? Это, вот это не употребляется. У каждого свой вкус. Кому ну, да. Хороший, кому нет. Канакис, сколько тебе лет сейчас? 20? 22. И в деревне не скучно? Да, не, нормально. Живем, не скучаем. Работа есть, так что туда-сюда день проходит. Летом работаешь в отеле? Да. Зимой. Целый день, да? Ну, я бачу, что сейчас ночная смена. Угу. А как ты добираешься? Я живу отсюда. В отеле. А, живешь в отеле? А. Да. Чем-то какая работа в отеле? Ресепшн. Я с ботаника не лазу. Не ботаник ты. Не ботаник. Сейчас Канакиса брат в армии. Как за брата? Скучаешь по брату? Ну, скучаю. Какие флоты? Ты знаешь хорошо? Ну, да. А. Ходишь... Когда есть служба, я свободен. Угу. Он же поет. Я знаю, да.
Канакис, я знаю один секрет. Вы поднимаетесь куда-то в горы за горным чаем? Ну, поднимались, да. Раньше, да? Ну, а раньше. В прошлом году мы не смогли. За Молотырой? За Молотырой, да. Куда, в Белые горы? Да, туда. Но не отсюда вы куда-то едете, оттуда идете? Калькратис, и уже туда. По одной дороге едем до одного места, и уже потом в горы пешком. Высоко? Высоко. Дом у вас еще осталось? Молотыра есть? Есть, еще есть. Диктомнус вы здесь навряд ли найдете, он около воды. Ну, где-то я, думаю, находил уже у нас тут тоже. А, да? Находил даже здесь диктомнус? Ну, вроде да. Угу. К вам сюда туристы не добредают какие-нибудь? Сейчас модно трекинг с палочками. Ну, пока что нет. Надо открывать эти. Замок стоит. Нет, ну вообще... Мне, ты живешь в очень большой деревне, да? Ну, на сколько домов? Домов-то много, но людей там мало. Сколько вашей деревни? 13. Нет, 12 сейчас уже. Человек? Человек. Если брать, вот практически по центру. И тут мы тоже находимся. Слева у нас Ливийское море, километров 20, да? Или ближе даже? Думаю, чуть ближе. До Ливийского моря. Ну да, если вот так вот пешком. Ну и практически столько же до Критского моря. Скажи честно, ты за лето хоть ходишь купаться? Ну, в отеле я рядом-то с морем, так что ходишь каждый день. Особенно в бассейне, да? Не, в бассейне надо посещать. Так что, ну, на море идем. Так, с компанией собирались и шли. Ну, конечно, лучше на море, чем в бассейне. Ну, лучше на море. Да. Ну, тут, мне кажется, все можно. Земля кажется такой нежилой, но оливки посадить будут расти. Ну, можно, но надо будет посадить все, потому что все время отсюда падает. А, сыпется? Да. Понятно. И можно так из камней построить стену, как в старине делали. Ага. Такую стену. Но это работы много. Ну, много, но зато потом не будет ничего падать. Ну да, террасами. Мы все поднимаемся. Канакис, как правильно деревня ваша называется? Оролисы. Оролисы. Да. Деревня по центру Крита. На 10 домов живет 12 человек. Где надо отдыхать? Да. Сюда, если я с туристами поднимусь, они потом обедят ваш дом. Все съедят? Ничего. Накормим. И... Сначала накормить, потом... Сначала... А, точно. Потом полезно. А мне летать охота. Еще какие-то хвойные. Мне говорили дальше. Дальше. Какие? Сосны. Угу. Я знаю, что Греция, что Евросоюз помогает, если озеленяешь Крит, дают дотации, ну, дают помощь. Дают, но то есть каждый год, когда они приходят, типа проверяют твои участки. Да. Это когда то есть, ты сажаешь лес. Но ты должен, чтобы участки были всегда чистые. А-а-а. Звери, чтобы не были внутри. Понятно. То есть это очень такая... Много но. Поэтому эти деньги очень сложно получить, да? Ну да, и если получать эти деньги, не надо так... Их надо тратить на уборку леса. Опять-таки леса, понятно, да. То есть инвестируешь туда, например, рот. Есть какая-то цифра, сколько за дерево? В хорошем случае дают. Они, как я понял, они не дают за дерево. Они за сколько большой твой участок. Угу. И сколько там деревьев посажено. Столько ты и получаешь. Понятно.
Вот он настоящий реальный крит. Ну и дубовая роща. Внутри деревни церковь святого Пантелеймона и святой Варвары. И вот там у нас уже другая деревня. Тоже большая очень. Ну, чуть побольше нас. И народу чуточку побольше. Да, она даже больше вашей? Да, она больше вашей, да. Сейчас попробую пятимези. А где у вас это варенье? Виноградный сироп. Очень классная вещь. Чаевничай. Помогает же. Ты знаешь, мне даже хорошо гуляет. Десерты пошли. Десерты. Да, да. Это тебе. У нас мужчина. Сначала мужчина. Кто будет в Речино, очень вкусный человек. Редкость, редкость. В музей. В музее. Да? Ой, у нас теперь редкость. Да. В музей. В музей. Эти все поскручивать, чтобы оно пустил сок, потом их порезать, потом посушить, оно... Научится. Другое дело, да. Оно много, как говоря, с ним этим работы, но потом она как игра стоит свечка. Да, там чуть-чуть. Мизитра. У них на раке с мизитрой. А вот это ты целую вкусные снял? Пирожки. Или ты не снял уже? Половинку там. Снятая взялся. Она не успела сняться, ее съели. А что я? Где был, когда я резала? Сладкой холодильник, летний такой. Очень вкусный. Ну, слава богу, что получилось. Подули получишь. Давай сюда. Маш, камушек. Нет, не на твою. Прекрати ты меня. Все, сняли.